Георгий Петрович Губанов – летчик-истребитель, герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны командовал полком, который выполнял напряженную летную работу в условиях Заполярья днем и ночью. Неоднократно Георгий Петрович участвовал в воздушных боях. О герое Советского Союза Губанове ученик третьей школы Никита Лысиков теперь рассказывает всем самарцам. Это его голос звучит на записи. Юный диктор делится: знакомить горожан с великой историей – почетная миссия. С людьми необходимо проводить патриотическую работу, чтобы каждый знал имена героев самарцев, чтобы каждый знал, какое участие они приняли в Великой Отечественной войне, чтобы каждый жил и помнил те события. Акция «Живи и помни» стартовала в областной столице 4 мая. Это совместный проект учеников 3-й школы и Самарского ТТУ. Около сотни старшеклассников читали 12 текстов. Голоса лучших из них теперь звучат в трамваях. Сообщения о подвигах наших земляков длятся в среднем минуту. Поскольку информация довольно-таки продолжительная по времени, ставится там, где очень большие перегоны между остановками, чтобы информация могла полностью уложиться. Вот перегоны и дошла до всех пассажиров. Благодарные пассажиры уже успели по достоинству оценить работу школьников. Это правильное решение вообще для того, чтобы знали наш город, знали наши герои. Теперь, шутят пассажиры, путь на работу – дело интересное и полезное. В транспорте больше не спят, ждут новых рассказов. Услышать истории о самарских героях можно в трамваях номер 3, 13, 20, 20К и 22. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».